Уже шестой раз в нашем городе проходит открытый областной фестиваль-конкурс юных модельеров «Брест Junior Fashion». С каждым годом расширяя географию участников и демонстрируя все более высокий уровень мастерства. Цель конкурсантов не только создать самые яркие и запоминающиеся коллекции, но и оригинально представить их жюри и публике, что без сомнения удается юным модельерам. Одна из главных задач фестиваля – это первые шаги навстречу профессии, когда мир увлечения перерастает в мечту о будущем, о своей профессиональной деятельности. У нас были зональные дистанционные туры, то есть участники присылали видеоматериал, видеозаявку и портфолио свои с работами на основе вот этих видеозаявок и присланных портфолио. Жюри отбирало самые сильные, интересные и достойные. Новинкой этого года стала номинация «Стильное дополнение», в которой были представлены 23 коллекции аксессуаров. Что же касается моделей одежды, в финал прошли 24 коллекции, которые презентовались в номинациях «Театр моды», «Школа моды» и «Юный дизайнер». Естественно, нужно было придумать помимо коллекции еще походку, постановку. Все постоянно менялось, общая концепция была ясна, но некоторые элементы у нас меняются. Коллекция называется «Форсаж». Она создавалась вместе с преподавателем трудового обучения и одной из моделей. Этой темой мы хотели дать некий вызов всему обществу. Просто вызов показать себя такими, какими мы являемся на самом деле. Наша коллекция называется «Сафари». Одежда характерная. Свободный покрой, цвет песочный, желтый, яркий. Мы долго создавали коллекцию, автором являемся все вместе. Мы долго ждали этого момента. Создание коллекции нас вдохновило ожидание лета, теплой поры, которую все любят и которую все очень ждут. Наша коллекция состоит из 11 образов, которые сделаны при помощи метода upcycling, что в переводе с английского обозначает переработка вещей, вторая жизнь, что и послужило вдохновением для переработки старых джинс. В качестве отделки мы выбрали фатин и каждую модель дополняли различными аксессуарами. Мы надеемся внести свой небольшой вклад в экологический образ жизни через творчество и выражаем благодарность организаторам конкурса за возможность проявить свой потенциал. Всего свой творческий потенциал благодаря конкурсу проявили более 200 учащихся учреждений дополнительного и общего среднего образования. Гран-при досталось коллекции «Форсаж», которую представляла средняя школа номер 8 города Бреста, а также коллекции арт Ивановского районного центра детского творчества. В целом жюри отметило нестандартные подходы, многообразие материалов и техник, а также высокий уровень сценического мастерства участников. Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.